число погибших в результате взрыва, прогремевшего на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая, возросло до 13 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 5 погибших. Инцидент произошел в понедельник вечером в промышленном районе уезда Лицзинь городского округа Дунин на севере китайской провинции Шаньдун. Поисково-спасательные работы завершены. В общей сложности 13 человек погибли, 25 человек пострадали, из них 11 остаются в больнице, говорится в сообщении агентства Associated Press со ссылкой на заявление представителя администрации города Дунин. Причина взрыва до сих пор неизвестна, отмечает агентство.